Друзья, добрый день. Приехала домой, меня ждут две новые посылочки. Заказ от Кос и Сальваторе Феррагамо. Я заказала на Farfetch новый платок, шелк от Сальваторе Феррагамо. От Сальваторе Феррагамо у меня есть, были, точнее, духи. В прошлом году я покупала часы у них. Часы прекрасные, очень шикарные часы. Мне очень понравились, но они недорогие, они где-то... Сколько они стоили? У меня где-то видео есть, кажется, 800 с чем-то евро. И я брала, когда была скидка, в общем, мне обошлись часы где-то в 670 евро. Была небольшая скидочка. И вот я заказала платок, но без скидки. И на миди платье от Кос. Вот, посмотрим, какой цвет, какая у них аранжировочка по цвету, мне интересно. Такой платок вы можете заказать на Farfetch. В принципе, у них на сайте тоже самое, та же самая цена, просто на Farfetch идет намного быстрее. Допустим, мне посылка приходит за 3 дня во Францию. Вот такой платочек. И здесь у нас Кос. Мне очень нравится, очень изысканно. Цветовая гамма, вы видите сами на весне, прекрасная. Как раз идет для брюнетки. Очень мне понравился платок. Я не жалею, что я его купила. И платье Кос обычное на повседневку. Катоновое платье, пардон. Балерины, русская подошва или шекерсы тоже на низенькой подошве. Вот смотрите, не так. Можно даже подошва. Платьице обычное, очень-очень приятное. Вот такие у меня покупочки. Я жду еще посылочки. Вот. Это у меня уже, ребята, 6-й платок. Я покупаю разные бренды. Мне очень нравится Сальваторе Феррагамо, потому что есть все-таки изысканность по сравнению с Эрмесом. Не знаю. Необычность. В Эрмесе есть изысканность, но нет этой необычности. Феррагамо, оно воодушевляет всегда. Вот такой платочек.